Пока что школа номер 7 в Гамурзиево далека от ярких преображений. Но уже сейчас, как говорится, чувствуется рука мастера. Строители уже провели демонтаж систем отопления и слаботочных сетей. В нескольких помещениях решили убрать перегородки, дабы расширить и без того тесные помещения. Директор школы стал каян живет, сейчас те же перегородки дают, сейчас те же помещения дают, ох. И те же мотики, которые... Там лишние двери были, мостик еще хамаш дают его. Полностью идем, вентилируем фасадку, где-то керамические, керамогранитные. Керамогранитные фасадку, где полностью. Так, ярги, ливневка, с водопроводной системой полностью, новый, в аварийном состоянии. Сейчас мы ее сделали, новую группу, где входную группу, где, так, входную группу, вот, новый есть, новый зонты. И лестницы все новые будут. Школа рассчитана на более 300 учащихся, здание не новое. Здесь были трудности с водоснабжением и канализацией, а из-за проблем с электропроводкой постоянный риск возникновения пожара. Проводка вся проблема, зеркальная проводка, проводка полностью, там бальгушки пархун, пусть лазер, бям, берешь проводку, издяхан, соединять дяхан. Отопление, отопление трубами, поменяли батарею, еще меняют новую систему отопления. Ну, у нас проблемы были с Анвара, я их улучшил с Анвара, прокладе, улучшил батарею. А проблемы с улучшением, ай, цена, я их улучшил, цена, шил улучшил. Анс, он отдельно, что он линий, а что кар, что распределительный, краны живут, что он. Маста с Анвара ухудил батарею по новой системе, канал уже держит, а я проложить. Капитальному ремонту подверглась и столовая. Капремонт позволит увеличить и вместимость помещения. Полностью угол маляхам худший жир. Пристройки, а есть столовая в школе. Пристроенный ер. Трещинки, ага, их позвор, трещин ер. А полностью черный, да, я, ага. Хаяхшина, он полностью канализацию будет менять, водоснабжение новое будет, новый фихат, да, да. У меня хамаж, чуть расширяем зал, потому что бир, что острый метод. Помещение, еще и капитальный. Расширить мыштили. Расширить вам. Я чихну, ну, перегород, да, я расширить для царь, зал для царцов. Вот здесь я чихну, ну, бирж да, думаю, что... Ну, бирж для царь, я оказался. Вообще школ чихну, на 320 рассчитано, и школ. Бирж, ну, хады тхо, здесь. Ну, хады там, метикан, духа ешь, вот там столовый ешь, вот духа метикан. Так, он, ну, хат, здесь там месяц там цел, что я вот делал, что нахуй. Сам тебе парыш, ах, уж метик хоть делаешь, положение плохо. Капитальный ремонт 7-й школы Гамурзиева начали в июне. Усовершенствовать школу удастся благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие образования». Как рассказал начальник участка, ход проводимых работ контролируют специалисты управления капитального строительства. Задействовано 50 строителей. Работы идут согласно графику. До 25 августа есть и дал весь антрук. Но богом, как бы процесс уже по полной идее. Штукатуры ж бабахкаш, электрики ж бабахкаш, так, яр, коммуникации ж бы, ще боху, ох, нанять пяще, подрядчик, ще ж движ мел бы, боху хавал уцар, так, три сроки ж утёхцан, да. Вести боху. Вечерка хаяля, бирыш, куды он мог? Дал эндалим куды, дал эндалим куды должды, и мы к этому стремимся, с худу, что сделать, что это. Родительский комитет тоже вносит свои пожелания. Отбиваться от курса, а если точнее от проектно-сметной документации, нельзя. Все же будут искать компромисс. Их пожелания будут учтены и рассмотрены. Обновленное здание и совершенно другой интерьер школы дети увидят уже 1 сентября. Адам Мережков, Рамзан Зурабов, Новости 24.